Волгоградстат отправил исследование на тему среднего возраста работающих жителей региона. С результатами исследования ознакомились журналисты телеканала «Волгоград-1». Как выяснилось, средний возраст работающих волгоградцев составляет 42 года. Причем это актуально как для мужчин, так и для женщин. Больше всего волгоградцы трудятся в таких сферах, как торговля, общепит и ремонт транспортных средств.